Приветики. Давай с тобой. Мужчина, привет. Очень рад. Очень, очень светлый белобрысый выпуск сегодня. Великолепно. Давно такого не было. Цените, цените такие моменты. Это друзья. Когда справа у человека есть деньги на парикмахера, слева нет. Я слева. Нет, просто я для роли в кино отращивал длинный волос. Ладно, мужик, удачи. Давай побьем все рекорды этой игры. Раз, два, три. Начнем эту игру. Больше всего я не люблю что делать? Работать. Домашку. Ха-а-а! Сюда! Убираться по дому. Больше всего я не люблю мыть посуду. Ходить в школу. Вставать рано утром. Учиться. Ебобо. Плотники, кстати, 7-8 это ну... Ну а я дико не люблю пропускать матчи Лиги Чемпионов. Знаете, как больно смотреть на календарь и понимать, что на этой неделе нету ЛЧ. К счастью, это не при сегодняшний день. Сегодня много матчей Лиги Чемпионов. Сегодня играет Атлетико против Лока, Интер против Реал Мадрида, Ливерпуль Аталанта. Вечер уже обещает быть отличным, но еще лучше он будет с моими друзьями BetWinner. Ведь именно они предлагают самые сладкие кэфы, моментальные выплаты. Кто не следит за моим инстаграмом, вчера с BetWinner уже удалось поднять бабла, сегодня попробуем снова. Зарядим экспрессе, кому интересно, залетайте в сторис ко мне в инстаграм. В общем, залетайте по ссылке в закрепленном комментарии, используйте мой промокод FLUENDY при регистрации, который дает бонус до 25 тысяч рублей, и сделайте ваш просмотр Лиги Чемпионов еще более интересным. То самый ЧСВ в Амкале. Ставр. О. Кефир. Один. Ого. ЧСВ в Амкале. Все, все время Платов, про это шутил. Платов. Говори Герман. Ну, наверное, Герман, да. Кто ЧС... больше ЧСВ, чем Герман? Чужой. Yes, sir. Попробую, рискну. Еще раз ставок скажи. Форза. Да нет, Бамкали, ЧСВ. Сибскана? Бля, я вообще про Андрюху забыл, да. Это хорошо. Игра наоборот. Игра наоборот! Я профессионал. Перед сном я всегда... Но здесь... Не, давай верничками будем. Чищу зубы. Смотрю телек. Проверяю соцсети. Сижу в инстаграме, типа. Смотрю ютубчик, может быть. Смотрю видос. Обогнал! Твоя очередь. Стреляй, ковбой. Перед сном я всегда... Не знаю, это очень сложно, мне кажется. Ставлю телефон на зарядку, например. Я просто про себя говорю. Я знаю, твои часто это отвечают, дрокают. Ну, подписчики, наверное, дрочить. Yes. Я знал, у тебя вот... На какой-нибудь вопрос, да, такой ответ будет. С первые два совсем мимо. Лазю в интернете. Я... ем. Сидеть в ТикТоке? Сидеть в телефоне. Ну, спад у нас в игре команды. Супер игра. Конечно, ты провалил игру наоборот. Видимо, ты перед сном вообще не тем занимаешься. Видимо, да. Да я почти не сплю просто. Ты готов? Нет. 5 вопросов, 15 секунд. Давай попробуем. Раз, два, три. Хищное животное из семейства кошачьих. Тигр. Молочный продукт помимо молока. Кефир. Что есть в ванной? Щетка. С чем едят пельмени? С майонезом. Марка телевизора? Samsung. 20 секунд, 5 вопросов. Он нормально отвечал? Не знаю. Не знаю, понятно. Давай. Раз, два, три. Хищное животное из семейства кошачьих. Лев. Молочный продукт помимо молока. Кефир. Айран. Что есть в ванной? Мыло. С чем едят пельмени? Сметана. Марка телевизора? LG. Samsung. А, ты постоянно... А, ты только кефир назвал? Остальное ты все другое назвал? Да. Ну, интересно, давай. Я телевизор, я хотел Samsung, потом такой LG. Такой, блин, жаль, не Samsung. И мне тут Дэн говорит, ты Samsung ответил. Я такой думаю, ну, все время сэкономил. Хищные животные из семейства кошачьих. 5 баллов тигр. Есть. 4 лев. Ты лев назвал. Я лев назвал. Мне сложно будет отыграться такой дикап, конечно. 3 пантера, 2 леопарда, 1 гепард. Разница плюс 10. Я представляю, я представляю прям типа гепарда назвать здесь. Ну да. Молочный продукт помимо молока. Здесь ты выиграешь, нормально. 5 баллов кефир. 4 ряженка. 4 сыр. Опа. 3 ряженка. 2 творог. 3? 1 сметана. Я вообще не угадал, я Айран сказал. Так, у меня плюс 5. Опа, 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 вот это интересно. Что есть в ванной? Так, ты что сказал? Мыло. Ага. А ты? 5 баллов душ. Это зеркало? 4 раковины. 3 шампунь. Да ну. 2 гель для душа. Да ну. 1 зубная щетка. Есть! Хотя бы один. Плюс 4. С чем едят пельмени? Ну, здесь ты что, здесь мазик? Да. Блин, я вот сметана. Я, кстати, я бы со сметаной съел. 5 баллов сметана. Блин. 4 масла. 3 майонез. Ну все, я здесь. 2 кетчуп. 1 перец. Было плюс 4, сейчас плюс 6. И последнее, марка телевизора. Ну, плюс 6 уже не отыгрывается, но все-таки. Samsung 5. Хорош. 4 LG. 3 Sony. 2 Philips,
и один Xiaomi. Ты Xiaomi назвал? Не, LG сказал. Блин, ну я так, в финальчике подобрался все равно. Ну пятак, да, если бы ты вот тот... Если бы не такая разница большая. Да, ты, по сути, очень достойный. Ну да, достойная игра была, мужик. Спасибо тебе. Тебе спасибо. Приятно тебе проигрывать. Давайте Леша скажет, он победитель. Я лузер и молчат, я считаю. Приятный соперник, как и приятная игра. Очень интересно играть с новыми соперниками. Я вот кроме Ромароя со всеми играю первый раз, поэтому у Кости интересная вот схема игры, интересные ответы. Ромароя ни разу не выиграл, кстати. Ну вот дважды не повезло мне, да. Но это не человек. Это не человек. Пишите гостей, кого хотите увидеть. Возможно, из звезд, возможно, из музыкантов, да. Ты можешь уже начинать приглашать и медийных ребят, Вайн, как Вайн. Максим Галкин или София Ротару, Баста, Шафутинский. Да, а нам пора. Можете посмотреть предыдущие видео, если вы их забыли, а вы их наверняка забыли. Они сейчас всплыли. Можете поставить лайк, желательно набрать 1009. Кстати, можете подписаться на мой телеграм-канал. И можете обязательно подписаться на телеграм-канал Константина Гирина. Всем успехов! Живите дружно, не болейте и не бойтесь никого. Всем пока. Все прорвемся.